Всем хаешки, дорогие друзья, с вами Герман и Чаёк. Секунду. Ой, так, хорошо пошло. Так, всем спасибо за внимание. И мы заканчиваем эту серию. Шутка. Так, давайте-ка мы потреним нашу атаку, самую нашу нелюбимую и невезучую атаку. И в этой видео я, не знаю, наверное, будем сидеть на атаке и на защите, потому что нам надо повысить здоровье и повысить атаку. Атаку я сильно, наверное, не буду извращаться, буду, наверное, до 30 выходить. До 30 выходить. Потому что я ее не могу больше поднять. Хотя вот я как только до 30-ки дохожу, когда он быстрее яблоки начинает отправлять, и у меня сразу азарт. У меня просыпается азарт, я хочу быстрее, быстрее, быстрее. Все, выходим. Всего лишь 12 прокачали. Всего лишь 12 атаки. Вообще ни о чем. Сейчас буду стараться с двух рук играть. Не факт, что у меня получится. Далеко не факт. Нет. Нет, вообще не получается. Так, вообще не получается. Будем пытаться так. Звезды ловить, наверное... Ой, да. С двух рук нифига не получается. Походу, да, надо все-таки с одной руки. С одной у меня лучше получается. Я уже наловчился с одной играть. Но с джойстика я смотрел, боже, как этот парень с джойстика играл классно. Вы бы только видели, я вам серьезно говорю, он настолько круто играл с джойстиком. Так, нам надо сделать 10-й квест в этом здании. Нифига себе, нифига себе. 40, сорокетку прокачали. Неплохо. Миссия до серебра дошла. Так, уже мне это нравится. Сорокетка зашла. Так. Ловим звезды. Stats up. Не знаю, что это значит. Stats up. Что надо сделать в 11-й миссии, если честно. Я, конечно, не знаю. Может, звезды надо опять ловить? Фиг знает. Или какое-то определенное количество надо очков набрать. 20. Угу. Навряд ли мы, наверное, выполним это задание. Ибо мы не наберем много очков. Пятьдесят, нифига себе. Серьезно, я не верю своим глазам. 57. Выходим нахрен. У меня уже просто глаза. Просто у меня уже глаза трусятся, я не понимаю, что происходит. 74. Круто. Реально круто. Перфект. Что значит перфект? Непонятно. Это, наверное, звезды. 19 звезд собрать, серьезно? Да ну нафиг, серьезно, 19. Да я не смогу. Я не смогу собрать 19 звезд. Ну, будем стараться, я не знаю. А если он еще сбрасывается, то я, походу, на этом квесте застрял на пожизненно. Все, 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 все. Я не понял, что откуда летело, куда летело и как летело. Я всрал. Так, 4 звезды. Но я думаю, мы можем выполнить этот квест на 4 звезды. В принципе. Ой, на 4 звезды. Что я говорю, на 19 звезд. Он, по-моему, не сбросился нифига, когда мы всрали. Поэтому постараемся, блин, его выполнить. Ну и также иксы, конечно, хочется собирать. Да, собрали иксы. Прям много мы иксов собрали. Блин, так еще и клавиатура что-то мне неудобно. Кашкись начала болеть. Или это от волнения, или от переизбытка тестостерона в крови, не знаю. Но начала болеть. Но мы 58 зашли, нифига себе. Я даже не думал, что мы на такое с вами способны. Так, так, так. Идем. Идем на рекорд, походу. Писец. Я не понял, как, какие яблоки первые летят, и в итоге запоролся опять. Но я так понимаю, здесь миссии это главное. То есть главное это миссии, надо их делать. Тогда будет у нас все по красоте. Я так понимаю.
Тогда неплохо за миссии дают прибавку к статам. А вот это вот X, это просто как бы очень приятный бонус. Черт, я опять... Я и звезды не поймал, и яблоки не поймал. Так, есть. 28. Так, яблоки надо отбить. Ну, яблоки мы отобьем, это-то не проблема. Сказал Герман и срал яблоко. А если мы поймаем звезду, она нам даст плюс к яблокам очень огромный. А, нам просто надо предметы, да? Ага, да-да-да-да-да. Нет, нет. Все сбросилось, вы видели? Офигеть. Все, предельная сосредоточенность, парни. Просто предельная сосредоточенность. Делаем квест. Делаем квест. А вот серьезно, вот сейчас у меня начало подлагивать, и мне это не нравится, потому что уже квест близится к концу. Манекен начинает меня задалбывать своими яблоками. Будем точечно уничтожать яблоки. Посмотрим, насколько меня хватит. Точечное уничтожение. Офигеть. Ну вот, вот сейчас реально подлагнуло. Вот, вот кто бы что ни говорил, но реально подлагнуло. Так, 6. Мы уже в этой комнате сидим, я не знаю сколько, но очень долго. Перфект комбо. Что такое комбо? Это, наверное, звезды надо ловить, да? Или нет? А, перфект комбо, это походу вот 10 собрали. Сейчас первую десятку... Нет, надо двадцатку, наверное, собирать. А, нет, звезды. Опять звезды. И, наверное, плюс еще комбо. Сейчас двадцатку возьмем. Черт. Жопа у него маленькая. Не может звезду схватить. И плюс еще надо, чтобы яблоки, короче, тебе не ударили. Собрать так 6 звезд. Опасно, на самом деле. Но я думаю, мы с вами справимся. Знал бы я еще английский, хотя бы на минимальном уровне, а то что я его вообще не знаю. У меня с английским вообще только на вы, с большой буквы. Все плохо настолько, что я даже не знаю. Вот он сначала кидает в двух положениях, потом начинает добавлять третье. И это просто эпик приходит. Настолько, что я даже не знаю. Опять какие-то сбились. Мы с вами просто сбились опять. Стоит ли сейчас выйти, как вы думаете? Или просто попытаться эту миссию затащить? Я думаю, даже если мы ее не затащим сейчас... Хотя... Никогда не говори гоп. Отлично. Если сейчас тридцатку набираем... Жадность, да, Герман? Жадность, жадность? Выходим. 222. Офигеть. В этой серии, да, мы сидим жестко, жестко в треньке, но мы прокачиваемся. Мы реально прокачиваемся. Мы работаем. Мы гладиаторы. Мы просто, мы как Спартак. Смотрели этот фильм, есть Спартак, и есть еще сериал Спартак. Вот если не смотрели ни фильм, ни сериал, я вам советую посмотреть фильм сначала, потому что он такой не прям топовский, но стоит внимания. И потом советую вам посмотреть Спартака сериал именно. Боже, это... Я, наверное, я постоянно советую, наверное, одно и то же. Вас уже это бесит. Черт. А, ну эту миссию мы выполним. То есть, гляньте, комбо у нас не сбрасывается, это уже хорошо. Черт. Сериал Спартак рулит, парни. Поэтому все, кто четкие мужики, посмотрите этот сериал. Вы тогда... Ну, кто... Как, блин, чтобы не обидеть. Я думаю, люди должны понять, насколько тяжело было тогда в то время людям, когда было рабство, когда был Рим, то есть насколько было все трудно и тяжело. И люди выживали как могли реально. Поэтому я советую посмотреть. Всем мужикам, которые вот любят вот именно бои на мечах, эпические прям бои на мечах, советую поглядеть. Потому что фильм реально достоин внимания. 57 комбо, вы видите это? Я сомневаюсь, что столько затащу. Прям очень сильно сомневаюсь.
Хотя, может быть, если бы не подлагивал, хотя я не понимаю, почему здесь подлагивают. В других комнатах, когда прям много яблок, каких-то таких, ну, маленькие ложки есть, но не такие. Здесь прям вообще очень сильно, 32. Все заново, все на год. Не хочу, не хочу реально, все. Давайте попробуем на арене что-нибудь показать из себя. Хотя нет, нет. Давайте попробуем на блоке. На блоке. Вот на блоке у нас тут вообще топ. На блоке мне нравится. У нас 138 было в прошлый раз на блоке. Давайте наберем... Давайте в этой серии постараемся набрать 200. Не знаю, получится или нет, потому что надо привыкать после той тренировки к этой тренировке. Но я думаю, мы сможем. Так, 20-ка есть, главное сейчас не тупить, тогда будет все норм. Можно даже некоторые звезды отбивать, это не страшно. Главное не отби... Главное яблоко не пропустить. Во, во, интереснее уже дело идет. Так, так. Не, друзья. Не пойдет, дядя Герман... Ух ты, ух ты, ух ты. По-моему, на 138 так жестко не было, как сейчас. Ух, я даже говорить боюсь сейчас. 107, 100... Блин, 107 сбросили, ёперный мамай. Ну ладно. Так, здесь у нас уже 15-я миссия, по-моему, так же, как и в этом. В... Там, где на мечах мы с вами гасимся. Блин, отбил звезду. Я рак. Отбил звезду. Наш парень просто брутальный, черный хлопец в каких-то потрепанных одежках, но он брутален. Он настолько брутален, он вселяет в страх во всех наших врагов. И будет вселять страх. Его глаза вот эти желтые, короче, это просто жесть. Так, опять какие-то комбо. Ну, походу, вот это X10, наверное. Черт, отбил звезду. Ну, тут-то их набрать-то не сильно, это и проблема, в принципе. Но попотеть все равно приходится. Яблоки, яблоки. А я яблоки ела, есть такая песня, очень старая. Ух ты, ух ты, ух ты, пух ты. Вот это заходит, заходит, заходит. Ураган. Землетрясение. По Цельсию. 90 по Цельсию, нифига себе. Вот это да. Вы видите эту жару? Вы просто посмотрите, насколько тут идет жара. Вы просто гляньте. Офигеть, офигеть. Серьезно, серьезно? 154. Новый рекорд. Я обещал 200, парни. Я постараюсь сделать 200. Ну, конечно, 200 еще бы вынести с этой комнаты, то есть выйти. Если просто набрать 200 и слиться, это, конечно, вообще не по красоте. 199, 200. Мы набрали 200. Теперь главное не слиться. Выходим. 298. И плюс еще иксу мы с вами взяли. Комбо, гляньте, какое-то тут уже с цветочками у нас пошло. Нифига себе. Так. Время еще есть у нас. О, гляньте, сколько нам дали монет. Так, клевер, что-то нам... неплохо. Я думаю, мы сейчас должны просто разрывать. Надо купить обновки новые. По деньгам мы шикуем. Отлично. И идем на арену. Идем на арену. Шестой этап арены. 12к здоровья. Я... Да ну не. Все, этим парням уже не жить. Вообще просто мы разрываем. Мы с вами 26 левел. Мы просто рвем этих типов. Так, у нас еще какой-то навык появился. Не знаю, какой, надо его на боссе использовать. Не успел нажать, что ли? Я вроде хотел. Что это дало? Я что-то так и не понял. Типа, больше защиты, да, или что? Ну ладно. Странный какой-то навык, если честно. То ли я его не понял, то ли непонятно. Так, сейчас нам насыпят кучу денег. Сундука. Просто реально кучу денег.
Так, отлично. Отлично. Давайте седьмой этап посмотрим. Тут уже два золотых почти дают. Ух, ну тут люди почти жесткие такие, прям вообще. Так, давайте, наверное, сразу запустим девку. Двойной урон. Если сработает, в принципе, вампирка, то будет хорошо. Если она сработает. Если нет, то это, конечно, печально. Так, топорик пошел. Стоит ли яд в него использовать? Ну, вампирочка, сработай, давай. Нет, не захотела. Так, босса мы уже точно не убьем с вами. Это 100%. Отлично. Фласку выпьем. Ах, так хочется, чтобы мы затащили, но, видимо, наверное, нет. Молния дает стан? Не дает. Или дает? Дает, отлично. Молния дала стан, это то, что нам нужно. Да, мы два этапа с вами. Ну, конечно, благодаря молнии, но мы все-таки затащили. И сейчас мы поднялись по деньгам просто, как короли. Так, всем спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был Герман, подписывайтесь на канал, будьте всегда в курсе событий, то есть оставайтесь со мной, и в следующем видосе, мы вот прямо с этого места, мы начнем и закупимся, немного наш дом, так сказать, подстроим, что-нибудь, может быть, купим, и, естественно, забуримся в тренировочный зал. Поэтому оставайтесь со мной, все будет по красоте, мы будем прокачиваться и разносить как короли. Все, давайте, всем до скорых встреч, и пока-пока.